Что есть в Лолишма, что приводит к Лишма? То, что мы пробуждаем Творца, Высший Свет, источники Высшего Света, которые будут нам светить. Но что тут превращается? Ведь я работаю как животное. Нет. Почему нет? Это не называется лолишма. Лолишма — это когда ты работаешь, и ты хочешь достичь лишма. Но он говорит здесь в статье, что даже запрещено раскрывать им, что есть лишма, чтобы они пока продолжали работать. В конце они придут к лишма. Где тут переворот? В чем переворот? Когда человек постепенно раскрывает, что цель является лишма, да, он это раскрывает по пути, действует. И действует свет, возвращающий к источнику. Постепенно приближает человека к тому, что тот начинает понимать, что его работа, она несовершенна. И нечего делать в таком состоянии. Приблизиться к Творцу возможно только с помощью товарищей. И тогда постепенно он и читает, и учится, и действует. Собственно, изменение восприятия реальности. То есть полностью вся действительность, вся реальность меняется. Да.